Привет! Привет! На лимеркате Миши. Сейчас Катя пойдет вот в этот крутой лабиринт. Че, пошла? Залазь в домик. Что там, классно? А? Давай с той стороны посмотри. Катя! Ку-ку! Катя спрятала. Ты же сама умеешь классно кататься. А там места нет кататься. Это детская качелька какая-то. Не для тебя. Ты-то уже взрослая. И горка какая-то детская. Ой. Смотри, улетишь. Вообще капец. Катя! Кать, может, сильно не будешь качаться? А то кого-нибудь собьешь. Кате пофигу. Теперь другой стиль катания. Что? А разве ослик был зеленый? Все-таки умудрилась. Мое нос не оторвало. Нос, больно? Красный нос стал. Где она там? Ку-ку. Катя, привет! Привет!
Что, он качается? С головой нырнула. Ку-ку. Классные шарики. Татя, видит собаку. А что собака? Она прокидывается куда-то. Еще она что-то, она чуть не упала. Что-то не... Там лесенка какая-то. Как коза. Видишь, девочка большая прыгает. Блин, самая большая здесь. Видишь, девочка большая прыгает. Я тебя создаю. У коза уже большая, да? Ты ему, смотри, девочка прыгает. Ты ему, видишь, девочка прыгает. Не мешай девочке. Ку-ку, Катя. Что-то какой-то опасный шарик. Что-то тут все. А? Все опасное. Собака опасная. Три. Давай вместе. Пойдем. Ты падаешь, а мы думаем, куда Катя пропадает? Дурачишься, да? Вот домой такой бы, да? Хочешь домой такой? Да, домой хочешь такой? А? Спряталась. Готовится к съеду. Ку-ку. Yeah.
Эй, ля-ля. Катя, в море прыгнула. Катя, ку-ку. Кать, а что ты по вот этой не ходишь, штучки? По бревно? Нет, по вот этой. Сверху которая. Нет, сверху которая. Да. Сейчас Катя будет идти. Она шатается. Там страшно идти. Катя на бревне катается. Прокатишься и выходим. Слава! Время! Аккуратно, Арина, держись. Иди ко мне. Оказывается, Катя уже самая большая по сравнению с ляльками. Когда-то была самая маленькая. До потолка. Катя, не раздави девочку. Катя. Катя, что-то не понравилось то бревно с сеткой. А там дверь закрыта. Придется идти по бревну. Она как кошка поползла. Смотри, как она по бревну ползет. Быстрее, быстрее. Видишь? Что, не видела? На другой, что ли, качельке? Козла надо оседлать. Все игрушки попробовал. Всех по чуть-чуть пробует. Потух свободен. Свободен, опять. Сальто. Ой. Ну, я же не говорил назад сальто делать. Да? Что? Время у нас вышло. Кать, выходим. Кать, иди кругом. Надо скатываться тут, а не залазить. Вам надо зайти туда и вот так вот.
Смотри, ни на кого не прыгни, хорошо? Катя нырнула под воду. Катя, аккуратно. Вообще капец. Щучкой нырнула. Катя упрыгала на осле. О, Катя новатор. На осле в воду. Вообще капец. Это только Катя такое придумала. Засыпай козла. Или осла кто-то. Зачем? А, поснимать внутри? Да. Да и так лучше. Что, я за Катей бегать, что ли, буду? Ты что, с ним тогда в лабиринт пошла? Ты что? Брыкается ослик. А, она сейчас съезжает. На батуте и на осле. Двойной батут. Катя выдумщица вообще. Смотри, батут, да, прыгает? Что я сел, прыгает? Катя, мячик отдай. Мячик отдай, мальчик. Взял тебе что, сломала? Все, время, наверное, закончилось. Прицепилась к ослу. Лялька. Ты здорова еще. Так, все. Теперь на голубом осле будет. Опа! Кошка хочет шарик.
Круто, круто. Замучила ослика уже. Ослик не хочет прыгать. А Катя ему говорит, прыгай, прыгай. Все, осел бороть ее начал. Что, Кать, поймала? Нет. Пойдем, сына, на другую карусель. Самирон. Ведро надо было идти взять. А вон ведерко. Там вон далеко ведерко. Пошли отсюда. Я тебя подниму. Пойдешь? Возьми ведерко. Катя, карасятку поймала. Ну иди с рыбкой, иди с рыбкой. Да, она не убежит же. Сорвалась рыба. О, краб какой-то. О, смотри, какая рыбачка. Катя. Когда?